проектированием, связанным вообще отечественным, колоссальная проблема, что в нем видят совершенно не то, чем оно является на самом деле. Когда мы говорим про проектирование, чаще всего мы подразумеваем или отдельного человека, который просто сидит, рисует прототипы, составляет какую-то техническую документацию, только этим ограничивается, а все остальное отдается ведение проекта и ведение продукта, остается на откуп менеджеру. Мне эта парадигма кажется бессовестно порочной, вредной и ненужной, и я ратую за то, что каждый должен заниматься своим делом. Менеджер должен вести проект, а продуктом должен заниматься проектировщик. И только тогда мы получаем качественный продукт, который выполняет свои задачи, делаем мир вокруг лучше. Ну вот за это я и рублюсь, и именно поэтому я выбрал это ключевой темой доклада. Мы сейчас живем в интереснейшую эпоху, когда интернет уже перестал быть экзотикой, начинает прорастать вообще во все области вокруг. И там, куда дотягивается интернет, там уже должны быть технологии, которые понимают, что они должны делать и к чему они должны прийти. Поэтому я не могу назвать, наверное, ни одной области, где технологии не могут оказаться полезными, вплоть до даже дворников. Скорее всего, и для дворников тоже надо составлять какое-то расписание, все равно вести их учет, и это делать не по старинке в журнале, ручкой отмечая и подписывая, а вести в какой-то автоматизированной системе. То есть в любой области автоматизация нужна, где есть автоматизация, там должны быть технологии. Конференция User Experience мне интересна тем, что это возможность встретиться с проектировщиками, потому что проектировщик обычно сидит у себя в компании, как диаген в своей бочке, наружу не показывается, и ты, занимаясь проектированием, оказываешься вне контакта с профессиональным сообществом. А здесь это уникальная возможность поговорить с собратьями по цеху, поделиться с ними своими внутренними проблемами, потому что их понять может только проектировщик. Выдвинуть свои новые идеи, вот как сегодня в докладе, вот этот подход правильный к проектированию понравился очень многим, и я очень рад, что он пришелся по душе. Для меня это удивительная площадка и точка для приложения сил.